Владимирович, слушаем вас. Мне кажется, хотя это и будет нелегко, нам надо вернуться к одной очень важной вещи, к Каменномосскому эксперименту. 62-й год был не только годом планетарного кризиса, он был годом начала кризиса национальных языков наших. Вводился этот эксперимент, скажем так, по указке сверху, а если совсем коротко, Никита Сергеевич был убежден в том, что осталось до открытия двери коммунизма лет 8, сложилась единодушная, могучая историческая общность людей советский народ, и эта общность может вполне обходиться одним языком. Было так. Это было идеологическое обоснование. Притом, по этому варианту можно было кое-что сэкономить. Финансовая сторона дела. Это тоже как-то учитывалось. Но поразительное коварство эксперимента, то есть лишение наших языков статуса языка начального образования, заключалось в том, что этот эксперимент оказался лучшим инструментом ускорения ассимиляции народов Северного Кавказа. С народами Севера это уже практически произошло. Это был идеальный инструмент ассимиляции народов Кавказа Северного. Теперь никто не виноват конкретно. Это было сверху. И село не виновато, Каменномост. И вот сейчас мы с вами разгребаем все то, что накопилось как итог этого эксперимента. И вопрос надо ставить прямо и открыто и перед парламентом, и перед правительством, и перед самими собой мы должны поставить. Можно вернуть нашим языкам, родным языкам, статус языка обучения хотя бы в селах? Без чего? Литература задыхается. На сегодняшний день у нас есть моложе 40 лет один мальчик, который пытается писать прозу. Второго я не знаю. 5-6 девочек. Некоторые из них пишут хорошо. Некоторые владеют хорошо габардинским языком. Но 5-6 девочек для полумиллионного народа – это 100-процентный знак катастрофы. Мало. Алим Кишоков, Хайсин Кулиев, Аскерби Шартанов, Хачим Тиунов. Все наши лучшие писатели учились в таких школах, где национальный язык был языком обучения. Мы трезвые люди, мы же не говорим, что надо обязательно, чтобы парламент на кабардинском и балкарском работал, что обязательно надо до 7-го, до 8-го класса. Пусть дадут нам возможность прививать нашим детям в этом возрасте до 11 лет родной язык, чтобы у них было ощущение языка. В каждом языке своя гармония, свой стиль. В конце концов, язык родной связан с нашей нравственностью. Без учета влияния родного языка не может быть и не должно быть полнокровной, полноценной действительной нравственности. Я лично так считаю. Статус языка надо поднимать все-таки, да? Надо, наши дети имеют возможность изучать родной язык. Это предмет у них. А надо, чтобы они имели возможность арифметику делать на родном языке. Природоведение, чтобы они изучали на родном языке. То есть мы выпускаем время. В это время, до 11, до 12 лет, они должны взять, как говорится, основной словарный фонд родного языка. Не будет никаких писателей серьезных без этого. Если мы не можем вернуться к этому, если мы не хотим этого делать, то нам, мы должны сказать, мы как нации сдались, ничего не получается. Но это знаете, что будет? Это будет, извините меня, заключительным аккордом всех тех страшных вещей,
которые происходили в XIX веке, в начале XX века. Нам надо определиться и парламенту, и писателям, и народу. Есть, вот товарищ сказал, что некоторые родители против. Я это знаю. На кого мы должны ориентироваться? На тех родителей, которых мы сами воспитали посредством Каменномосского эксперимента? У одного известного и талантливого русского писателя есть замечательная фраза. Мы создаем себе тяжелые проблемы для того, чтобы героически решая эти проблемы, потом назначать героев. Мы создали, нам Хрущев создал эту проблему. Пусть поможет парламент своему народу, пусть правительство поможет решить эту проблему. А что касается поправок вот этих, ну, коллеги знают, товарищи знают лучше, они в этой сфере дольше проработали. Я думаю, что существенных изменений никакие поправки не дадут. Нам нужен закон, утверждающий, что кабардинский и балкарский языки – языки обучения в начальной школе. Без этого ни одна проблема решена не будет. Вне зависимости от желания родителей. Вне зависимости. Если мы не хотим таким способом восстановить почву, на которую могут возникнуть, может возникнуть творчество Пачевых, Мечеевых, Шахензуковых, Ишоковых, Куреевых, не надо тратить времени. Вопрос должен стоять ребром. И время, много времени ушло на это. Моя последняя статья на эту тему была опубликована 25 лет назад. И все кабардинские писатели это говорили. Нам потом рассказывали, те, которые внедряли этот эксперимент в районе, учителя выходили, рассказывали, мы не можем, мы понимаем, но мы не можем, нас заставляют. Вот таким образом это было внедрено. А все остальное последствия. И теперь еще один единственный факт. Тогда губернаторов не было, скажем так, с подачи Жириновского. Тогда были воеводы. Астраханский воевода Волынов во второй половине 17 века, это в первом томе русско-кабардинских отношений, уже писал открытым текстом. Надо сделать все возможное, чтобы эти народы, разные чеченцы, ингуши, кабардинцы, болгарцы, отказались от своих языков. Ищите, найдете вы это. Это была первая официальная атака центра на наши языки. До хрущевского эксперимента советская власть и Россия делали максимум возможного для развития наших языков и наших литератур. Речь идет не о том, что Бештогов такой неподатливый, габризный. Речь идет о катастрофе национальной культуры. И об этом надо говорить. Да, конечно.